Один из основных компонентов нашего проекта – это адвокация социальных услуг, улучшение доступа к социальным услугам, улучшение качества к социальным услугам, возможно, расширение социальных услуг для населения. Этот проект мы реализуем в 4 локациях. Это Авдеевка, Ясиноватский район, Северск и Торецк. Эти города находятся в промежутках до 20 километров от контактной линии. И почему мы решили делать именно в этих местах? Потому что мы потихоньку переходим на этап, когда нужно уделять социальной сфере все больше и больше внимания. Социальная сфера и до войны, скажем так, ей уделялось меньше. Мы надеемся и верим в том, что это всего лишь маленькие первые шаги к большим изменениям, потому что основная цель, в принципе, этого проекта – показать людям, что они сами могут менять свою жизнь на местах, что война, она приносит, с одной стороны, горе, конфликт, да, он, с одной стороны, принес много горя, но, с другой стороны, он приносит много возможностей. Одна из возможностей – это поверить в себя и сделать изменения на местах. Но у нас это удается сделать в тех условиях, в которых мы работаем. Например, в городе Северск пострадал забор в детском садике во время обстрелов, и это случилось вот там более 3 лет назад, и никто не уделял этому внимания. Но благодаря нашей инициативной группе, которая образовалась Северский, и под менторством нашего работника по адвокации удалось добиться того, чтобы был восстановлен этот забор. И я считаю, что основной цели мы добились. Мы дали возможность людям поверить в том, что они могут менять мир вокруг себя.